31 число традиционно, 31 статья, которая говорит, что мы имеем право мирно, без оружия встречаться. А нам каждый раз приходят до 100 заков, нагоняют милицию, полицию, железочки ставят. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу молиться или пророку, каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе. Щит, нет, плащ и шпагу. Проходим дальше, не задерживаемся. Нужно отстаивать свои права, потому что если мы их не будем отстаивать, то государство, они везде, во всем мире устроены так, что государство стремится отнять у человека права. И только тот человек, который является гражданином, который способен защитить свои права, может эти права действительно получить. Несмотря на то, что они написаны в Конституции, они вообще ни разу не соблюдаются. Свободу собрания всегда и везде! Свободу собрания всегда и везде! Все, на определенном уровне это пропуск, понятно? Я не хочу, папа, трусь, приходи! Путин, важный трус, выходи! Подлее Путина нигде нет! А вот если бы вы встали там рядом, было бы лучше. То есть, да? Давайте я вам помогу. Да нет. Обойди вон урну. Уважаемые граждане, не задерживайся, не мешаем проходу другим гражданам. Давай, давай, давай! Ничто! Россия! Все! Остальное! Ничто! Россия! Все! Остальное! Ничто! Уважаемые граждане, не задерживайтесь! Мы совершаем проходу против граждан!